Новость последнего часа. На обменный пункт одного из столичных торговых центров сегодня совершено нападение. Девушка-кассир до сих пор в заложниках. Происшествие произошло на востоке столицы в торговом центре «Счастье». Предположительно, мужчина вооружен, на вид ему около 30 лет. На месте событий сейчас работают спецслужбы, с грабителем ведутся переговоры. Известно, что в здании центра несколько минут назад привели священника. Я собралась заходить сюда, вот в дом быта, и как все начали выбегать, и появилась милиция, и начали говорить, что мужчина захватил обменник. Он посмотрел, когда технический перерыв у девушки, та как раз открывала дверь, и он туда ворвался, угрожал пистолетом. Охрана магазина вывела из павильона всех посетителей. По неподтвержденной информации, злоумышленник вошел в обменный пункт вместе с кассиром, когда та выходила на обеденный перерыв. Неизвестный стал угрожать предметом, похожим на пистолет, и требовать выручку. Наша съемочная группа находится на месте событий. Все подробности произошедшего в наших следующих выпусках. Благополучно завершилась история с заложницей, захваченной сегодня в обменном пункте Минска. В час дня в помещении пункта обмена валюты торгового центра по проспекту Независимости 155 неизвестным лицом, это мужчина средних лет, крепкого телосложения, высокого роста, личность устанавливается. С использованием огнестрельного оружия, предположительно пистолет ПМ, и применением физической силы была взята в заложники девушка-кассир. До 16:20 проходили длительные переговоры с представителем правоохранительных органов, которые не принесли результата. В ходе активной фазы спецоперации преступник был нейтрализован с применением в отношении него оружия. Девушка-заложница жива. По факту происшествия Центральным аппаратом Следственного комитета Беларуси безотлагательно организована проверка обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291 «Захват заложника» Уголовного кодекса Беларуси.